Вот насчет как раз весеннего сбора лопуха. Вот сейчас он вылез в достаточной степени, чтобы его уже можно было собирать, доставать корень. Но пока он еще не сильно вырос, чтобы его корень начал разрушаться. Поэтому как раз вот в этот момент, вот сейчас вторая половина апреля, его и нужно добывать. Полезных свойствах лопуха у меня есть отдельное видео, поэтому оно в ссылочке там под этим видео, можете его посмотреть. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рассказы.